стихотворение башкирского композитора Нура Даутова «Фатима». Эта музыка была написана в драме Фарида Булюкова «Любишь, не любишь», которая посвящена взаимоотношениям двух пожилых людей. В конце жизни они вспоминают эпизоды из своих совместно прожитых лет и думают о том, что же было главное в их жизни. Доброта, верность, взаимопомощь. Но оказывается, самые главные слова — это слова любви. К сожалению, понимание этого приходит лишь в самые последние минуты их жизни. И этому трогательному моменту посвящена мелодия «Фатима». Исполняет Марина Горбунова, партия фортепиано Людмила Маткова.